Этот законопроект фактически там несколько строчек, которые говорят о том, что цель Украины – это быть членом Североатлантического оборонного союза НАТО. 276 депутатов из пяти фракций Верховной Рады подтвердили наш выбор. Причем надо сказать, что это голосование объединило все те пять фракций, которые когда-то были единой коалицией. Я очень этому рад. Естественно, в НАТО мы будем, если будем, через десятилетия. Это не быстрый процесс, поскольку наша армия еще основана на советских стандартах и управления, и вооружения. Но главное, что мы показали всему цивилизованному миру, что наше направление – это уйти как можно дальше от совка, от агрессора Российской Федерации. Главное – показать наше направление. А кроме того, хочу сказать следующее. Все войны когда-либо заканчиваются. И эта война тоже закончится. Но мы уже никогда не будем вместе с Российской Федерацией. Но мы будем с Европой. Поэтому это голосование показало наше намерение.